Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Suzuki SV400S, аукционный номер 0262, последние цифры номера 1489. Мотоцикл полностью в стандартном своем исполнении, без перекрасов. Есть мелкие недочетики по пластику, жизненные, так сказать, притек, потертости. Не стали, в принципе, его красить. Ну, потому что они такие незначительные. Так, рассмотрим его более подробно. Оптика передняя у нас вся целая. Ну, вот по пластику имеются небольшие такие вот потертости. Родное ветровое стекло. Все целенькое, замечательно. Родные зеркала. Переднее крыло также абсолютно целое. Без перекрасов, без потертостей. Вилочка у нас сухая абсолютно. Все замечательно. Пыльники новые стоят. Радиатор соты все целенькие, передняя покрышка на троечку, тормозные диски без следов износа, колодки 40% остатки, на первое время пока захват менять не нужно, поворотники у нас целые, стоят тюнинговые рычаги тормоза, сцепления, бак с этой стороны ровный, без вмятин, есть вот такой вот недочетик на байке, потертости небольшой. Грузики целые, боковой пластик все целенькое, крышка двигателя пластиковая, все целое, без потертости, без каких-либо недочетиков, лапки, подножки все целенькое, стандартная выхлопная система, небольшие недочеты есть по ней, оригинальная сидушка, не перешитая, в хорошее состояние, без недочетов, пластик задний весь целый, также все в родной краске, с родными наклеечками. Поворотники, стоп-сигнал, хвост все целое, не отпилены. Задняя покрышка также на троечку. В принципе, на первое время покататься хватит. Тормозной диск без реборда. Колодки 50% в остатке. Тоже менять не нужно будет. С этой стороны пластик весь целый, ровненький, подножки. Все целенько, задний амортизатор сухой, шток не ржавый. Натяжка цепи на середине, все замечательно, цепь не съедена, не потянута, зубья, точнее, звезды не съедены, не потянуты, цепь обслужена, смазана все. С этой стороны на баке есть небольшая вмятинка такая, в основном бак без недочетов. И по пластику здесь небольшая потертость. Так, пробег на мотоцикле у нас 49 053 километра. Поворачиваем ключ. Запускается. Сделал небольшой круг на нем. Пощелкаем коробочку. Вторая передача. Более подробную информацию о нем можете узнавать у наших менеджеров.